Пенсионный фонд Украины вводит сервис электронных услуг, так называемое обращение в одно касание. Скоро за назначением пенсии люди смогут обращаться через веб-портал, не выходя из дома. Для этого только нужно иметь скан-копию необходимых документов и заявления. Для пенсионеров они могут побачити свой размер пенсии, складові пенсионной выплаты. Для працюючих можно побачити, який доход отриманий, з якого доходу сплачені страхові внески, чи сплачені, чи не сплачені страхові внески для контролю роботодавця. Для застрахованих осіб також є можливість одержувати в електронному вигляді документи, які підтверджують дохід. Портал электронных услуг, по словам замглавы пенсионного фонда, поможет избежать бюрократических процедур при обслуживании людей и предоставлять максимальное количество услуг дистанционно. Также на сайте можно настроить сервис СМС-информирования.